Всем привет, дорогие подписчики и гости канала, с вами снова Зарбаба, и мы продолжаем проходить игру XCOM 2. Итак, мы продолжаем с вами исследовать производственный комплекс. Нам надо сейчас исследовать вот эту вот чистую комнату какую-то. Здесь вроде производят солдат Адвента. Вот они тут стоят. Мы вроде с вами уничтожили 11 противников. Осталось еще где-то 2. Если без подкрепления, без ничего, то остается только 2. Пока неизвестно, где они ныкаются. Но где-то все-таки они должны ныкаться. Так, ты пока никого не видишь, ладно. Снайперов пока не трогаем. Снайперы пригодятся. Давайте я сюда пока поставлю. Угу. Тоже никого не видит. Вот они либо с этой стороны будут, блин. Либо с этой. А может вообще наверху быть? Фиг их знает. Так, ну мне нужен призрак. Можно, кстати, поближе подвести ребят, да. Вот жестянщика сюда. А, мы призраком с вами уже ходили, поэтому давайте мы пропустим ход. Что-то как-то никого нет. Вот это меня сейчас немножко смущает, что никого никто не видит. Вроде писалось, что противников должно быть 13. Так, а как попасть вот в эту комнату? Тут двери есть. Что-то как-то тут все так темно. Непонятно. Ну, вроде пока без палева вообще полностью. Ух, сколько тут этих адвентов-то, смотри. Толпень целая. Ну, что-то я дождаю, я никого не слышу, не вижу здесь. Что-то как-то все это подозрительно. Неужели будет засада какая-то? Так, жестянщик. Вот его либо сюда тащить, да? Ну, получается, кому-то надо сюда зайти, в эту комнату. Давай вот сюда, вот поближе лучше. Ага. Во-во. Она чует, что кто-то с этой стороны. Вот как раз вот эти двое последних. Так, у нас кто ходит? А. Вот она что. Боюсь, что снайпер вообще никого тут не увидит. Блин, здесь нет никакого укрытия. Давай пока сюда. Во! Вон они! Ага. Нашел. Два архонта. Тя-па-тя-па-тя. Ты думаешь, я попрусь, что ли? Ты что, дурак? Ты дурак? Нифига ты не угадал. Я не попрусь сюда. Валим, 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 валим. Пусть они лучше вылазят сами. Так.
тебя давай в наблюдение. Тебя давай тоже в наблюдение. Так. Блин, у тебя пока тоже в наблюдение, потому что мало ли, вдруг они с другой стороны решат зайти. Так, снайпера тоже. Вот жестянчик, конечно, вещь хорошая, его вот сюда поставить бы. Потому что по-любому они будут вылазить через дверь. По-любому. Ну? Во, вылез. Отлично. Первый пошел. Промах. Жестянщик, тренируй меткость. Тренируй меткость. Тоже промах. Да что ж такие мазилы-то? Так, хорошо. Допустим. Допустим. Снайперы, как сказал, никого не видят, поэтому давай сразу тебе наблюдение дальнее. Так, Конг пока потерпит. Болтун. Вот давай болтуна сюда. Второго-то я не вижу. Где второй? Где второй архонт? Сволочь такая. Процентов. Что тут вообще не видно? Что тут скрыто? Патрон коготь плюс 20. Это хорошо. Ха-ха-ха-ха-ха. Мазилы, мазилы, мазилы. Так. Давай, наверное, светошумовую и куда-нибудь... Ну, давай, 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 не тормози сейчас. Вот ты сейчас мне конкретно тормозишь. Ну, ну. Что-то как-то мне сейчас пипец игра тормозит, офигеть как. Ну. Да что с тобой не так-то, игра, блин? Во! Есть, дезориентацию того тоже. Хорошо. Ну, уже можно убить, как ты считаешь? Правильно. Молодец, хватит уже мазать-то. Конкретно какие-то мазилы. Так, жестянщик, жестянщик. Остался еще жестянщик. Давай тебя вот сюда. Надо смотреть просто, куда он пойдет-то, блин. Так, дверь открыть. А, тут, тут никого не видишь. Вот тут прям хорошее укрытие. Прям конкретно хорошее укрытие. Так. Так, вот и наша тварь. Давай тебя вот сюда. Да, все будет окей, не очкуй. Все будет окей, и тебя в наблюдение. Ну давай, дружище. Вылазь. Ты остался последний. Чё-то как-то он куда-то заныкался. Не понял я немножко. Так, подожди, а призрак видит-то? Так, тебе дальнее наблюдение. Ты что, его тоже не видишь, что ли? Подожди, как так-то? Где противник? Чё за ересь? Куда делся противник? Так, украдите прототип из производственного комплекса Адвента, покиньте производственный комплекс вместе с прототипом, эвакуируйте всех солдат.
Это я-то сделал, но я не вижу, где противник, где последняя тварь. Вот он же где-то здесь заныкался, правильно? Куда он мог деться-то? Ты смотри, прям призрак какой-то испарился. Его в этой комнате нету, здесь нету. А выше-то он залезть никак не мог. Ну давай сюда. Вообще никто его не видит. Куда делся-то этот последний архонт-то? Что за испарение? Давай сюда. Куда он мог деться? Я чуть не могу понять. Нифига, он заныкался, его даже призрак-то не видит. Офигеть. Это что-то новенькое. Вот он вылез. Снята у него дезориентация. 7 урон, хорошо. Заныкался сюда. Боевое безумие, блин. Moving to position. Давай, уничтожь. Но походу валить собирался. Скажет, бля, пора валить нафиг. Через черный ход. Но не получилось. Так. Прикрытие. Ты пока потерпишь. Давай, идем сюда. Посмотрим заставочку. Confirmed acquisition of the package. Move to evac. More hostiles inbound. Ага. Так, подожди, а почему место эвакуации-то поменялось? Стопинг, стопинг. А если еще маскировочку перевести, вообще будет шикарно, наверное, да? Да, теперь ты меня не видишь. Подкрепление на подходе. А подкрепление будет-то вот здесь, как раз, да? А будет все здорово, если кто-то их вообще будет увидеть тут как-нибудь, каким макаром. Так, наблюдение по-любому. Просто если сюда переходить, они как бы, в принципе-то, нормально, да, будут сверхатуры, но... Эти приземлятся, а... Никто стрелять даже и не будет. Снизу-то, в принципе, тоже не получится. А остались только двое, кстати. Только жестянщик и болтун. При этом у жестянщика вообще... А, у него свободная перезарядочка, хорошо. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Ну, фиговое место, в общем. Давай тогда тебя в наблюдение тоже. Подождем здесь противника. Вот прям возле окошечка такого. Пусть, так сказать, поближе подходит. Кто пришел-то вообще? Не вижу, не вижу. Так, офицер. А, тяжелый мех есть. А мои снайперы вообще никого не видят. Не, кто-то что-то заметил. А, в тяжелого меха. Это хорошо. Только у тебя промах, вообще замечательно. О, снайпер есть. Ну-ка. Промах. Красавчик. Кто-то еще, жестянщик. Все промажут, наверное. Не, жестянщик попал. Еще снайпер. Промах. Ну, тоже как вариант неплохой.
Так, давай тебя вот сюда. А, у тебя гранты закончишь, да, вообще полностью. Не, ну меха надо гасить. Че с ним тут мучиться-то? С этим мехом. Тяжелый, тем более. Еще как запульнет свои гранаты, и будет вообще всем шикардос полный. Крит есть, молодец. Угу. Не, они, конечно, прям молодцы, прям знали, куда высаживать свое подкрепление. 9% вообще, прикинь, 9. 9. Ну, это надо быть 100% профессионалом, чтобы там у него меткость была шикарная. Конечно, ты промажешь тут даже без разговоров. Надо тащить, в общем, снайперов поближе, все равно ни по кому не попадут. Болтун, но бросок Эммы ни к чему не приведет. Элитный 49. Да давай. Промах. А у него что, укрытие слетело? А, класс. Легкий курок. А, блин, перезарядочка-то. Во, давай, нормально. Живая тварь еще, ты смотри, а. Так, ну тебя, наверное, куда? Тебя давай сюда, наверное. А, тебя давай вот сюда, вот. С этой стороны выйдешь, да и все. Тебя все равно не палят. Поэтому... сейчас спокойненько покинем комплекс, и все будет шикардос. Так, ну-ка, снайпер, покажи свой... О, 43% у тебя. Шанс-то есть. Ну, промах. Да ладно. Сойдет и промах. Negative damage. Damage negative. Давай. О, это никого не видишь, да? Вообще шикарно. Ну давай тебе на влюбдень тогда. Пусть поближе подойдут. Ну вот ты сейчас же должен увидеть, жестянщик. Вот прям увидеть должен. Промах. Нате вам гранатку. Угу. Вот так вот. Убивать надо, понимаешь? Убивать, а ты... наблюдение, блин, сделал. Так. Я вот хочу сейчас попробовать жестянщиком выполнить вот эту вот функцию. Да дайте мне жестянщика, вот. Восстановление у всех подряд. Так, есть. Есть. Вообще хорошая функция такая. Прям шикарно. Угу. Так, ну снайперов тащим. Поэтому давай тебя сюда. Хорошо. Так, ты пока подожди. 53%. Ну давай, добей. Молодец. А раньше ты не мог добить вот его? Никто бы урон не получил. А ты взял и промазал. Смерть с небес. Не, давай, передвигайся. Уже пора валить. Противников всех уничтожили, подкрепление уничтожили, все отлично. Так что теперь можем спокойно сваливать. Так, маскировка у тебя... о, как раз доходишь, да? Да давай, вали тут уже. Смысл уже, блин, да, всего этого? Ой, обнаружен-то, никого нет-то. Иди уже. Все, шикарно.
Source confirmed. Target package in custody. Так, цель нашли. Давай теперь сюда валить. Location confirmed. Да, снайпер, конечно, не дадут, не дойдут с первого раза. Просто эвакуация вроде как бы там была, на месте высадки, а тут тебя на поменяли. Еще подкрепление. Отлично, вообще шикардос. Откуда же они выползли-то? Чё-то как-то я их не ожидал здесь увидеть. Ну давай сюда. А кто ж припрется-то? Ну тут только с верхатуры тогда встречать их надо будет. Тогда придется надо здесь этих двоих держать. Чтоб снайперы подошли поближе. Потому что что-то как-то этот... Перспективы меня совсем не радуют. Чтоб подкрепление постоянно прилетает. А если б я знал, я бы, наверное, все-таки... Так не делал. Кто на этот раз? Тяжелый. Два тяжелых меха. Офигеть. Вот это будет прикол. Два тяжелых — это очень много. Ой, и наблюдение при этом у всех. Крит. Так, один готов, а у этого наблюдение. У обоих. Причем сразу у обоих. Так, ну снайпер никого не видит. Так, вот ему можно либо бросок... А, бросок к ему не долетит. Немножко, да, не долетает. А если попробовать взломать... Ну, давай хотя бы вот этот вот. Давай покажи своего нового друга. Другана такого. Какие шансы вообще? 80 на 80. Если неудачный взлом, то повышает меткость и защиту цели. Так, пока тогда сделаем отмена. Сначала пусть походит жестянщик. Может быть, у жестянщика получится докинуть гранату. О, снайпер кого-то видит. Вообще шикардос. Давай. Тяжелый мэг. Будет здорово, если ты убьешь. Прям шикарно будет здорово. Но ты промазал. Ты молодец, ты красавчик. Да вот тебе команд. Помадать надо, попадать, понимаешь? Боюсь, что граната тоже не долетит. Не, не долетит. А ты вообще еще при этом никого не видишь. Как все шикарно-то. Не, ну ближе подходить не канает. Давай тебе наблюдение. А вот что с тобой делать? Или уничтожить, или взлом? Ну давай взлом. 80 на 80. А если вот этого попробовать? У них одинаковый уровень будет взлома. 80 на 80. Так, а если попробовать взять под контроль? 80 на 80. Давай попробуем. О, отлично. Ха-ха-ха-ха. Управление врагом. Пусть они сейчас друг с другом дерутся нафиг. Как вариант, да? Угу, взлом. Кто кого? Мех на мех. Сейчас полюбуемся на это шоу. Ну, давай. Махайтесь друг с другом. Ну вы чё встали-то?
Бум-то будешь делать? Валит куда-то. А, у него наблюдение. Ой, как хорошо. Плюс еще наблюдение. Он промажет, да? И 8 нанес. Красавчик. Ха-ха, завалили меха одного. Шикарно. Так. Надо вот этого загасить в конце концов. Крит есть. Хорошо. Крит есть, хорошо. Снайпера, значит, поближе сюда давай. Второй снайпер. А, ты можешь даже стрелять. Ну, у тебя 45%. Хотя давай пробуй. Пробуй, потому что... Надо. Молодец. Красавец. Только, правда, придется Хуана долго ждать теперь. Ну да ладно. Зато все мехи готовы. Так, давай сразу, наверное, куда-нибудь сюда. Потому что мало ли, вдруг какая-нибудь еще сейчас тварь появится. Опять какой-нибудь сейчас будет. Подкрепление. Шмоткрепление. О, пока тишина. Пока тишина. Что, укрытие сломал, что ли? Да ладно. Так, давай тебя сюда. Мувин, мувин, мувин. Давай, двигай, двигай. Двигай ножками. Пора валить. Так, у тебя укрытия вообще нет. Ой, как фигово-то. Ты горишь, что ли, получается, да, у нас? Блин, вот это лажа. Вот это конкретная сейчас лажа. В общем, куда ни двинется, она будет под огнем. Да ладно тебе орать-то. Так, Хуан. Давай, бегом. Бегом, Хуан. Офигово-то как. Так, снайпер уходит. Один есть. Так, жестянщик. А, нельзя больше делать восстановление, да? Поэтому давай. Лечи. Что-то как-то пожар меня совсем не радует, потому что оно горит. Во, нормалек. Давай сюда. В принципе, вроде пока не показывает, что хоть пришельцев, может быть, уже никого и не будет. Я спокойно могу уже валить, без всяких неприятностей. Ну, в принципе, ты дойдешь, поэтому давайте я пока в наблюдение. Да, нет никого, поэтому спокойно можно валить. Так, снайпер не дотягивает. Придется подождать, мало ли, вдруг сейчас опять кто-нибудь будет. Снайпер уже не справится. Хотя, какая разница, да? Даже если появится кто-нибудь, снайпер идет по-любому на следующем ходу. Так что валим. Валим. О, ход пришельца все-таки появился. Но мы уже валим. Да тихо ты. Дай мне точку эвакуации, прям по центру давай. Дабл тайм давай. Молодец.
Все, эвакуация. Круто. Отлично. 20 противников. Можно было, получается, сделать за меньшее количество ходов, но тут лучше не торопиться. Так, легкое ранение, серьезное ранение этого жестянщика. Ему прям там серьезно досталось так. И легкое ранение еще одного нашего специалиста. У него, кстати, есть еще и повышение. Ты у нас там по взломам вроде как хорошо, да? Так, у тебя протокол сканирования. Гремлин способен просканировать область, увеличив на один ход поле зрения специалиста и обнаружив всех скрытых и замаскированных противников. Не знаю, как будет полезна эта вещь. Может быть, все-таки полевой врач будет лучше? Потому что, ну, у меня есть разведчик, зачем мне протокол сканирования? Поэтому я все-таки здесь выберу полевого врача. Отлично. Так. We have found what could very well be the prototype for Advent's seemingly limitless forces. Even focusing my efforts solely on this research, it will take a significant dedication of time and resources to fully analyze this specimen. Стазис костюма Адвента. Содержимое стазис костюма, захваченного на производственном комплексе Адвента, остается загадкой. Ядро Эллерия и модифицированный приклад. Промахи при стрельбе наносят еще цели 2 единицы урона. Так, трофейный стазис костюм Адвента. Внутри стазис костюма, захваченного на производственном комплексе Адвента, находится какой-то гуманоидный организм. Кто это? Новый солдат Адвента? Ранее не встречающийся вид пришельцев? Судя по усилиям, которые противник приложил для его защиты, он крайне важен для пришельцев. Но для выяснения его реального значения потребуется значительный анализ. Хорошо. Findings at the Forge facility are disconcerting, Commander. If the aliens are somehow assembling or growing the Advent forces in mass, our efforts to defeat them will be that much harder. I will leave you and your team to pursue this further. Так, прогресс. Проект Аватар снижен еще на 2 ячейки. Хорошо. Новая задача. Изучить объект, да, этот стазис костюмчик. Но у нас 3 дня до сектопода. Сколько у нас будет, кстати, вот это вот изучаться? 3 дня. 3 дня то и 3 дня то. Ну давай, в принципе, закончим. Здесь. Какая разница? 3 дня и там, 3 дня и тут. Пусть будет. Что в итоге? Здесь пока заморожено хорошо. Раненых 3. Кстати, сколько там дней? У кого как? Где мои бойцы? 8 дней у жестянщика, ну это ладно. 2 дня и 3 дня. Надо как-то вот этого еще бумера из стресса выводить. Что у нас на карте вообще? Discovery of the subject encased in a suit similar to your own is intriguing, Commander. The loss of their facility and this specimen could be an even greater victory than we had imagined. Так, задание какое-то. Западная Азия. Операция пробивающая какой-то там. Эвакуировать ВИПа из города, контролируемого Адвентом. Опять на время. 9 противников, Архонт, Кодекс, Сектопод, Элитный Копейщик, Элитный Солдат, Тяжелый Мэг. Ну что ж, начинаем операцию. Начинаем операцию, но займемся этой операцией уже в следующей серии. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами Базар Бабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.